Уважаемая Елена Ивановна, уважаемые коллеги, от имени всех сотрудников службы «Ясное утро» и от себя лично хочу поздравить коллектив НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента с двойным юбилеем. Ваш вклад в развитие столичного здравоохранения невозможно переоценить. Московская медицина стремительно развивается и меняется, и в том числе благодаря вашим новаторским проектам и исследованиям, амбициозным идеям и многогранной работе. Мы очень рады, что и у нашей службы был опыт плодотворного сотрудничества с институтом. Наше совместное исследование по изучению потребностей в онкопсихологической помощи дало толчок к развитию городской службы онкопсихологов. Надеемся на плодотворное сотрудничество и в будущем. Желаем вам новых, ярких идей, творческих успехов и достижений. Но самое главное, мы желаем вам здоровья, удачи, радости, благополучия всему вашему коллективу, вашим семьям и близким.